Всем привет, и рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я свяжу нимфу для ловли хариуса. Нимфа вяжется очень легко, материала используется немного. Итак, поехали. Я думаю, что мой фильм поможет вам в изготовлении данной мухи. А на этом я свой фильм заканчиваю. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до следующих встреч. Всем пока. Увидимся.